Праздник, поэтому мы погуляли. Да, наконец-то добрались в центр. Живем недалеко от центра, но выбираемся почему-то туда очень редко. Сегодня наконец-то такой день, что мы поехали и все погуляли. Очень понравилось нам. И погуляли по городу, потом зашли вот в кафе, посидели. Так, кстати, там очень интересно для деток.
Сейчас вам покажу. Тут детское меню такое, которое можно разрисовывать. Вот, Насте, получается, принесли такое вот меню детское. Тут вот меню. И вот это можно все разрисовывать. Тут, конечно, задание, типа, что нам понадобится, чтобы сделать блинчики. Ну, Настя так просто разрисовывала. И тут она еще нарисовала, это лошадка и котик. И Настя кушала тут, ну, короче, курицу с картошкой. Ей понравилось. Да, Настя? Угу. Понравилось тебе? Да. Да? Ну, хорошо. Ну что, пошла я делать видео. Спасибо, что провели с нами день. Батики, батики, бег, подписывайте канал. Всем пока! Пока-пока!